Герман Палаян. Побег с Петровки 38. Новая книга известного блогера является правдивым повествованием эпохи конца СССР, начала новой России. Он был сыном благополучных родителей, студентом престижной Бауманки, однако в сложное для страны и граждан время погрузился в криминальные приключения и попал в тюрьму. В местах лишения свободы Герман провел более 10 лет. Интереснейшая книга приобретайте в магазине издательства «Книжный мир». Ссылка в описании к ролику. Добрый день, уважаемые читатели издательства «Книжный мир». Здравствуйте, дорогие наши подписчики канала «Книжный мир». Сегодня у нас в гостях Герман Сократович Палаян. Герман, добрый день. Добрый, Дмитрий. Герман представляет свою новую книгу «Побег с Петровки». Да, вот вы ее можете видеть. Первая книжка. Герман, скажите, вы из благополучной семьи. Кто были ваши родители? Я бы добавил интеллигентный, поскольку мои родители были инженеры, и все мои предки, большинство, во всяком случае, даже родственников, закончили Бауманский. Наверное, поэтому и мне, ну, перспективы выдались такие. То есть нужно идти в Бауманский. Хотя никакого желания, никакого, ну, как бы это сказать, знаете, есть такая вещь, когда ты вот, ну, в детстве или когда-то хочешь всем сказать, пожарником, летчиком, космонавтом, там, кем угодно. Я не помню, чтобы мне, ну, хотелось с кем-то стать. В зависимости, наверное, от того, как взрослеешь, ну, что нравится мальчику, это какие-то игрушки в виде машинок, это какие-то пистолеты, желательно, чтобы они какие-то звуки издавали. И третье, когда ты начинаешь смотреть на машины. Но у меня, кстати, с детства одна такая вещь интересная, меня укачивала. И мой дядька, вот у нас в книжке есть фотографии, где я сижу в мотоциклетном шлеме, это мой дядя Рубен. И он мне сказал, говорит, слушай, ну сколько, минут 20 начинает тошнить. И он говорит, не переживай, Гер, это, говорит, у меня тоже было, сядешь за руль, все это пройдет. Я не верил. Потом, когда сел за руль, что-то я не помню, чтобы меня укачивало. Вот такая вот история. А что касается родителей, нормальная, совершенно интеллигентная семья, ничего не связывала с преступным миром. Более того, я даже не помню, чтобы кто-то когда-то говорил о каких-то махинациях или еще о чем-то. В те времена это было не то, что непрестижно, это вообще считалось как бы, ну, как бы это сказать-то, есть, наверное, понимание, допустим, бомж. Вот если взять уголовника, то он от бомжа, ну, был следующей ступенью. Вот мы же любим иерархии всякие давать там, да, вот у нас, наверное, примерно так. То есть это отброс общества, они должны выпивать, хулиганить, резать людей. И единственное, что я помню, кстати, он мне очень понравился, если кто-то помнит, по Райкин делал различные миниатюры, он помогал своей школьной учительнице. Он в таком там пиджачке, сейчас, наверное, многие даже, наверное, не знают, что это такое. Он там играл уголовника. И мне, кстати, он понравился, не знаю почему, он так душевненько так все это дело преподнес, причем отдать ему должное, я не знаю, где они, ну, берут примеры для этого, но сыграл он настолько уникально вот эту свою роль, ну, что прям, я не знаю, там, хотя он уже в возрасте был, ну, вот эта вот тельняшечка, эта кепочка, и там, ну, а что там у меня брательник вытащит, ну, что, ну, поорет всех, зарежу, да, ну, зарежет, да, там, ну, пырнет там, ну, отсидит свое, да. Ну, такая вот история. Так что, что касается родителей, ничего не предвещало. Что подвигло вас на тот путь, по которому вы определенную часть жизни прошли, приключения ли это, либо, ну, некая избранность, что ли, смелость, храбрость? Ну, Дмитрий, не храбрость, это точно. Во всяком, храбрости здесь нет никакой, могу объяснить почему. Потому что если мы берем детство, то храбрость залезть, ну, в чужую машину, когда нет никого, здесь храбрости не нужно, здесь нужно умение. Ну, чтобы сделать поменьше шума, взять, что тебе хочется, мы уже повторяемся, да, наверное, я уже, ну, говорил в роликах и в книжке, что кассета стоила там от 3 рублей, это, ну, бэушная, новая стоила дороже. Если вы помните фильмы старые, если брать отечественную кассету, потому что уже в мои времена появились все эти там Басов, там еще какие-то, Sony, то отечественную просто вот так карандашом мотали, чтобы не сажать либо батарейки, либо ее все равно зажует. И все умели там разбирать, собирать кассету, потому что ее все время зажевывало. И если вдруг есть возможность там вечером в какой-то машине взять несколько кассет, поверьте мне, для совершенно молодого парня, это лет там 15-16, я вам скажу, что это было, ну, у мамы ты трешеньки попроще, мама не поймет, зачем тебе кассет за 3 рубля. 3 рубля – 3 дня жизни. Ну, я имею в виду, там, кому-то в
столовую, кому-то там еще куда-то. Во всяком случае, рубль у кого был в кармане в те времена, ну, день вообще как бы удачный. Нам давали обычно кому 30, кому 40, кому 50 копеек. Ну, вы ровесник же мне, поэтому, наверное, помните. Рубль — это все. Если у тебя в кармане трешка, ты вообще король. Ты можешь какую-нибудь даже девочку сводить куда-то в кафе и шикануть на эту трешку. Сейчас, наверное, скажешь, как понять, на 3 рубля. 3 рубля сейчас такой купюры даже нет. А тогда 3 рубля, они до сих пор, помню, были зелененькие, по-моему. Скажите, пожалуйста, были ли у вас какие-то приводы в комиссии по делам несовершеннолетних? Помните ли это? Или это минуло у вас? Нет, смотрите, какая ситуация. У меня все было в порядке до 10 класса. Вообще все. Единственное, что мы также описываем в книжке, у меня самое первое преступление было еще в школе с моими одноклассниками. Но там получилась совершенно, как бы сказать, такая случайная история, потому что когда ты уже взрослеешь, тебе хочется иметь настоящий пистолет. И ты его нигде не возьмешь. И здесь мой одноклассник, мы там что-то делали, гуляли. Он говорит, слушай, мы там были там год назад там, на даче у знакомого отца. И он выносил с чердака пистолет Макарова. Вот. Наградное, все как полагается, он там у него лежит. Я говорю, а где эта дача? Он говорит, да в Дубне. Я говорю, а зима? Нет, зимой они там не живут. Я говорю, так что нам мешает? Сейчас как раз кончается зима, начало весны, может быть, это, скатаемся, ты дорогу помнишь, да, этот случай описан. Правда, мы принесли не пистолет Макарова, а снайперскую винтовку мелкокалиберную. Что веселее. Не-не-не, ну, все равно, да, нет, ну, опять же, еще раз говорю, что я не знаю, как сейчас, кого к чему тянет, кому-то наркочасам, кому-то к айфонам, но тогда, если ты держишь в руке настоящий пистолет... Боевое оружие. Да, у тебя ощущение себя в этом мире и... Ты настолько как бы относишься уже по-другому к другим, потому что у тебя как бы в руке вещь, которая, ну, я не знаю, там, сейчас, я даже не знаю, как сейчас преподнести вот это, ну, чтобы человек мог представить, что это такое. Я даже, ну, по идее, сейчас по большому счету можно взять муляж, там, еще что-то, можно поехать в тир пострелять. Но когда это твое в те времена, я скажу прям, и до сих пор, даже вот мы недавно записывали ролик, зимой, там, в BMW, вот, и они лежали, эти ТТ, наган, там, я нюхаю его и вспоминаю, там, вот запах даже, вот это вот именно смазки вот это вот оружие. Так что такая вот... Нет, это что-то было запредельное, просто нужно понимать, что тогда, мы говорим еще про Советский Союз, радости было мало. Сейчас сложно себе представить, что у тебя из развлечений 3 программы в телевизоре, видишь, и иногда в черно-белом, цветной, это был как бы роскошь, они вот только-только появились. Видоков еще тогда не было, они появятся через несколько лет. То есть, в принципе, ты мог посмотреть в выходные мультики, если ты маленький. После программы «Время» шел какой-то фильм, и Москва там же написано «Вымирала, делай, что хочешь». И по большому счету это все. Кто-то ходил в секции, кто-то не ходил в секции. То есть, ну мороженое ты себе купишь. Вещи с проблемой. Это не сейчас пошел, выбрал кроссовки, хочу такие. Просто их не было. То есть у кого были Adidas кроссовки, мы, наверное, не знаю, в книжке, помню, это не указал, то вечерком-то лучше не ходить, по району плохо освещен. Сейчас просто снимут. Сейчас кому скажешь, да, снимут обувь. Чешить такое там. А раньше, Дмитрий, тоже помнишь, что можно было увидеть машину, которая вдруг случайно... Сейчас можно встретить, наверное, Каены, которые без фар выезжают. А раньше, если ты бросал машину, даже на пол вечера там или на ночь, то снимались дворники, снимался аккумулятор, ставились различные секретки на колеса, потому что их снимут однозначно, если более-менее нормальная резина. И всякие придумались хитроумные способы, но это мы описали, как машину обезопасить просто от угона. Вот и все. Так что вот такая вот история. Герман, ну вот было ли ожидание, что задержат, что будет следствие, что, возможно, будет заключение? Готовность к этому? Испытывал ли вы какой-то страх? Я отвечу легко на этот вопрос. Конечно, нет. В те времена, начиная, наверное, где-то лет, когда первые дела стали получаться, а они стали получаться, то есть эффект был вот он на руках, то я скажу, что я думал, что я хитрее системы, я умнее ее. А самое главное, я уже тогда понимал, даже из наших фильмов, как примерно она работает. Хотя сейчас, ну вспоминая себя, какой я был, я могу сказать, что дурак конкретный. Потому что, ну, я не сказал, что у меня было малое величие, но примитивные вещи безопасности, так вот просто там в лобовой мы ничего не делали. Даже тогда, когда были маленькие, мы сначала приглядывались, да, даже к той же машине, не просто идет машина, пойдем мы колупнем, нет, мы посмотрим по сторонам, походим, подергаем ее, не сработает ли чего. И только потом, когда тишина, начинали ее потихонечку, желательно без сильного шума, вскрывать, это тоже описано. А если
бы я боялся бы, то я бы этого не делал. Я про это как бы и хочу сказать, ну, многим, что если вдруг у вас ваша деятельность, причем не обязательно преступная, вам не нравится, вы от нее испытываете либо разочарование, либо нежелание ходить, там, неважно на какую работу, то я считаю, что самое правильное, ну, это мое мнение, было бы, ну, изменить свою жизнь в плане того, что менять нужно точно. Могу объяснить, почему. Потому что жизнь, она одна. Вот мой пример, я ее часть жизни провел там, а сейчас получается, что там, ну, мы даем там всякие там советы, объясняем людям там какие-то нюансы, которые они не понимают в этой жизни. А у молодежи, кстати, с этим проблемы. То есть люди реально там, если вдруг что-то случилось, он должен что, набить рожу. Если вдруг его обмануло там, или там не понравилось там, ну, с девушкой взаимоотношения, надо ей отомстить. То есть какие-то вещи, которые для меня уже как бы, ну, не существуют как проблема. Потому что я считаю, что дело во мне. И я никогда других не обвинял. А сейчас время другое. Поэтому здесь, наверное, будет неправильно. Скорее всего, наглость. Ну, преувеличение своих каких-то возможностей. Но юность, она и отличается этим. Когда ты считаешь, что, слушай, у тебя же получается, чуть-чуть надо по совершенству, будет получаться еще лучше. А менты это лохи, что они будут? Ну, отдать должное, ну, как бы довольно быстро они это объясняли мне порой это и физическим воздействием, что как бы я был неправ. За что каждому отдельное спасибо, потому что, опять же, в те времена эти оплеухи, даже где-то при задержании применения физической силы, ну, так бы сказать, пагубно для здоровья не обошлось, но ума прибавилось. То есть я уже, ну, понимаешь, о чем я говорю. То есть ты, как молодой парень, ты же противник этой системы, ты же ее не любишь, ненавидишь. Неважно, даже если тебя задерживают, ты ведешь себя нагло. Я помню, как я вел себя на первых судах, когда я был молодой. То есть я там вставал и говорил, что это все вранье там. А сейчас бы мне скажи, я там сидел бы, рыдал, козявки бы наматывал, умолял бы, хочу к маме там и так далее. Чтобы, потому что, что тебе важно, чтобы тебя отпустили побыстрее? Либо ты показал свой гонор 5 минут и получил максимальный срок. Так что вот так вот. Жизнь надо адекватно воспринимать. Я хочу сказать еще нашим зрителям то, что Герман сейчас популярный блогер. У него на Ютубе блог «My Crime». Ссылка будет на этот блог дана в описании к нашему ролику. Так что смотрите, подписывайтесь, получите огромное удовольствие. Герман, я понимаю, что вас как блогера несколько утомили вопросы, там, как войти в хату. Вот. Но опишите первый день в тюрьме. По-моему, у нас описано в книжке, врать не буду. Есть ролик на эту тему, не проблема, повторюсь. Все, что вы себе представляли до этого, в том числе и я, потому что здесь момент такой, я же не был готов. То есть однажды меня закрыли, и я понимаю, что уже не отпустят, потому что это уже повторное было, и я понимаю, что в тюрьму. Вы сначала находитесь не в тюрьме. Вы несколько дней будете находиться в камере предварительно, ну, прям как при КПЗ, при любом, я не знаю, сейчас они есть или нет, но, скорее всего, есть. Это перед тюрьмой, пока вас там пакуют, составляют материалы. Раньше, по-моему, выносила прокуратура или следователь на арест. Он подписывал где-то, по-моему, в прокуратуре. Сейчас, по-моему, суд решает, да, по-моему. Я просто сейчас, ну, я не силен. Суд. Давно не был. Вот, не помню, чтобы меня возили в суд. Скорее всего, следователь куда-то ходил, ему ставили, что все, там... никаких подписок, то есть решал, по-моему, прокурор все-таки. И ты едешь в изолятор. И мне сказали, что все. И у меня был сокамерник, мы сидели вдвоем, молодой парень. И когда я грустил, он такой, а что ты? Я говорю, ну, мне вот сейчас сказали. И мне сказали, что я сейчас поеду в тюрьму. Там, завтра, послезавтра. Он говорит, ну, поедем вместе, что? А что ты такой грустный? Я говорю, в смысле, что такое грустное? Я говорю, как бы, я не хочу. Я говорю, там плохо. Плюс, ну, я уже описывал, что я там пионер, комсомолец. Я не знаю всей этой фени, то есть, ну, как бы, ну, я не готов. Он говорит, слушай, никаких проблем нет. Я говорю, а есть какие-то варианты? Может, я прямо здесь отсижу эти год, два, три? Зачем тебе здесь сидеть в этом вонючем этом КПЗ? Поим там нормальные ребята. Ничего там не бойся. Единственное, что говорит, ты скажи, что это самое, что ты, ну, первый раз. И это, говорит, очень важно. И дальше, я не знаю, Дим, здесь опять же момент такой. То ли повезло, то ли подсуетился кто-то. Может быть, папа, он мне не говорил, потому что мы, ну, увиделись не скоро с ним после этого. Я ему этот вопрос не задавал. Хотя, ну, по идее, надо было. Меня закинули в маленькую камеру на спец. То есть там сидело, наверное, человека 4, я был 5-м. Вот. И там сидели уже взрослые ребята. Молодой парень был только один, как раз вот этот 13-й пацан, который там за пару банок тушенки там, или компота сел. А остальные ребята были довольно-таки серьезные. И там никаких проблем не было. То есть я зашел, как он мне сказал, говорю, я. Он говорит, а что, говорит, с воли? Да ну как там на воле, проходим, мы тут уже давно. И спокойно мне, наверное, в течение недели-двух
объясняли правила и так далее. Потому что, говорит, эта камера у тебя не, это не первая и не последняя. Вернее, первая, но не последняя. И поэтому будь готов. И меня обучили сразу же. Вот отдать должное этим рецидивистам, они сразу тебя учат чему-то полезному. Полезное было это вот навыки, которые должны быть. То есть не косячить, потому что это очень важно. И второй момент, меня научили играть нарды в поддавки. И это очень пригодилось, могу вам сказать. Есть про это отдельная история, как за это чуть я не погиб. Что-то такая история. Расскажите о кастах и мастях в местах заключения. Ой, слушай, ну об этом только, наверное, ленивый Дим не рассказывал. Могу рассказать только одно, что, наверное, удивлю сейчас всех. На самом деле касты всего две и масти. Это порядочные и непорядочные. Как порядочные делятся там на более серьезных ребят, называемых бродягами. Там, это блатной, кстати, неправильное слово. Блатной может быть и нехороший человек, потому что блатной – это кто в определенном лагере, в определенном углу имеет вес. Но если мы знаем, лагерь может быть же красный, то там будут сидеть люди совершенно далекие от порядочности. Но на самом деле они будут влиять в этот момент на барак. Ну, потому что у них косяки такие, они как бы занимаются спортом и ведут для них этот самый правильный образ жизни. Хотя, ну, мое мнение, опять же, то людское должно быть как бы людским, человеческое человеческим. И повязка никак не должна влиять на это. Поэтому мне повезло, я совсем красных не застал, я застал, когда перекрашивали. Но мне повезло, я там был давно, со мной считались. А дальше высшая масть, мы же все знаем какая-то, ну, не будем называть, а то нам сейчас статью пришлют. Вот. А также, если брать те, кто непорядочные, там целое, ну, как бы разделение, начиная там, все знают, низшая масть, бедные эти опущенные, которые у нас там постоянно, ну, только дай тему о них поговорить. Мое мнение здесь одно, это, ну, с людьми случилась неприятность, порой по объективным причинам, порой нет. Могу сказать только одно, кого я застал, большинство с малолетки. То есть, ну, что-то накосячили, и там прям сразу, ну, прилетело. Не сказать, что, ну, прям вот, ну, вот трагедия какая-то. Но человек понимает, куда он попал. Его никто за это не преследует. Выполняет кучу полезных вещей. Кстати, могу сказать, ну, по-своему, что у меня на шухере, ну, стояли чаще всего петухи. Никаких проблем не было. Ни разу я не спалился. Хотя, как бы, да, петухи, это же как бы, это же вообще как бы, ну, ну не, совсем нехорошо. Ну, вот они, ребята, старались. Просто единственное, что, ну, вы должны понимать, что если что-то вы просите, вы за это потом платите. Ну, потому что там покурить, чаек надо дать обязательно. Причем даже если вдруг приходит передача, ну, опять же, сейчас не знаю как, а раньше было так. Если ко мне пришла передача или я сходил на свиданку, то первое, что я делал, это мужикам заваривали чефир купец и там какие-то баранки, конфеты. И также сразу прибегали петухи, потому что петухи стоят на шухере, стирают, а у тебя не всегда есть возможность что-то ему дать. И не приходи там, говорит, есть что-нибудь? Да, конечно, есть. И ты также уделяешь внимание им. Потому что завтра тебе опять нужно будет постираться, постоять на шухере, там куда-то сбегать, что-то посмотреть. То есть они такие в этом плане были ребята. Герман, как вы думаете, почему краснеют лагеря в России в целом? Да это, кстати, ответ легкий на эту тему. Могу объяснить. Тех людей, которые могли бы за собой повести кого-то, их просто сейчас либо нет, либо очень мало, либо по каким-то причинам, ну, я не знаю, там, государству это выгодно или еще как-то, ну, они просто не хотят этим заниматься. В этом, кстати, есть огромная проблема, и мы, наверное, попозже будем это рассматривать, потому что если раньше были дворы, я не знаю, застал ты это или конечно, нет. Конечно, застал. То первые вот эти конфликты, первые моменты, которые у тебя случаются, было, как это сказать, неправильно бежать жаловаться маме-папе. Было правильно внутри двора, всегда есть более старшие, иногда и отсидевшие люди, которые все эти моменты тебе уже тогда поясняли. А какие были моменты? Жаловаться, ябедничать нехорошо. Если вдруг есть какие-то моменты, ты что-то хочешь, обязательно попроси. Кстати, это очень важно было, там, ну, не надо было тырить. Хотя вроде бы, да, красть же хорошо, да, ну, в понятиях, да, чё, живи, воруй, да, нет. Тебе объясняли, как это происходит. Ты не мог с друзьями сидеть и у них что-то спереть. За это могли очень сильно отлупить. И куча-куча еще вещей, которые ты впитывал молодым, тебе объясняли. Сейчас, я так понимаю, совершенно другое влияние. Опять же, молодежь, она же осталась той же, она же все растет. Растет в среде. Кстати, могу заметить одну еще интересную вещь. Я не знаю, почему это никто не говорит. Социум очень сильно влияет именно в молодом возрасте. То, что он впитывает, и как он впитывает, и от кого – это очень важно. Приведу простой пример. Все знают, как иногда там раз там в 10-20 лет находят какого-нибудь Маугли в лесу, причем достаточно молодой парень.
как правило, его социализировать уже нельзя. Они остаются вот, ну, как бы полуживотными, потому что, ну, он как бы не готов. В него не заложили. Что значит, ну, коллектив, который тебя окружает, очень сильно влияет. А что сейчас окружает молодежь? Давай с этой. Огоньки, машины, айфоны, все вот эти вот, как они, как их обозвать-то, гаджеты, да, там, и чем дороже, тем лучше. И у людей немножко меняется, что, ну, мое мнение, опять же, что вот так вот сказать, там, слушай, а вот есть вот такая вещь, как, допустим, там, совесть, да, доброта, да, там, порядочность, допустим, уважение к старшим. Типа, слушай, что это вот, ерунда какая вообще. Смотри, это вот часы у меня какие вчера там приобрел, там. Вот и вся история. Поэтому здесь нельзя говорить, что именно тот, как бы сказать, СССР, это как бы, да, вот это застой там, это все, да, это было, но было кое-что другое, чего сейчас нет. И это вот то, что нет, не факт, что, как бы сказать, что-то заменит в современном мире вот именно тех ребят во дворе. Пусть они выпивали, пусть они нет-нет кого-то подрежут, там, пусть что-то они сделают, но они почему-то к нам, к молодым, относились очень нормально и вкладывали те самые простые вещи, которые ты дома не получал. Потому что улица, она все-таки воспитывала. Вот это было, могу одно сказать. Что для вас лихие 90-е? Молодость. Больше ничего. Молодость, приключения. Я почему и говорю, что мы к этому относились не потому, что нам жрать было нечего, не потому, что нам там, не знаю, там часы нужно было срочно у кого-то спереть. Нет, совершенно. Первое, что ты получал, это, ну, когда был маленький, эту вожделенную кассету, пистолет или, как мы там описывали, винтовку. А второе, когда ты стал постарше, у тебя стало получаться что? Ты уже машину не только мог скрывать, но и угонять. У тебя появлялись кое-какие связи. Ты мог их перебить. Там, ну, все знают эти все истории, как вот то, что вчера было чужое, а сегодня совершенно спокойно уже твое. И эти мелкие радости радовали. Но могу сказать только одно, что все равно я это вспоминаю не потому, что у меня был тогда Nissan Lure, или там Mercedes, или там Volvo, и так далее. Я вспоминаю, потому что я был молод, я был обормотом конченым, я чувствовал себя свободным. А свобода — это не то, что делаешь ты чего хочешь. Я могу, кстати, это неправильно, кто говорит, свобода — делать. Нет. Ты делаешь то, что хочешь, но самое главное, не делаешь то, что не хочешь. А сейчас я делаю то, что не хочу, с завидной регулярностью. А тогда этого не было. Все знают, что если у тебя в кармане лежит $100, тебе не нужно иметь документы на себя, на машину. Делай, что хочешь. Даже если кто не знает, в центре был ресторан «Арбат», рядом тогда, это, тогда еще была дискотека, это клуб «Метелица», да. То в «Арбат» мы приезжали в выходной день, если нас не пускали, а что нам там по 18, по 19 лет? Мы стучали к официанту, и вот так вот ладошкой $100. Зал полный. Нам выносили столик, примитивные какие-то вещи ставили, ну, мы же заплатили, а уже остальное мы там брали на свое. Вот как было. Если нужно было поехать в Сочи, сейчас билеты, да, знаете, как ездили в Сочи? Прям когда тебе надо, ты приезжаешь на перрон, подходишь к проводнице или к проводнику, цена была вопроса с человека от рубля до трех, в зависимости, ну, как там, ну, как, какая сейчас ситуация в поезде. Вот и все. И не нужно было нигде стоять. Она тебе давала либо свободные места, которые всегда есть, если вдруг по каким-то причинам ты там несколько часов ехал у нее в купе, потом освобождался, она тебя спокойно селила. При этом у тебя появлялись все эти там простыни, чаек, когда надо. Вот такая вот история. Когда надо и что-то покрепче. Ну да. Герман, объясните разницу вот между профессиональным преступником и там, членом ОПГ, допустим. Да легко. Это на самом деле довольно интересная вещь. Она у меня появилась случайно. У нас есть другой блогер, который, ну, где-то полчаса не смог объяснить, что это такое. Пришлось взяться мне, потому что я четко помню. Мне сейчас до сих пор пишут, что как это так, эти бандиты, которые, им же было плевать, вор в законе, не вор в законе, там, порядочный человек, непорядочный, уголовник, нет. Если есть задача, там же ОПГ чем отличалось? Главарь, как правило, вообще никакого отношения к уголовному миру не имел. Он мог быть КГБшником, он мог быть официантом, он мог быть таксистом, он мог быть кем военным угодно, бывшим. Кем угодно, военным, ГРУК, да кем хочешь быть. И ему совершенно было плевать, что где-то есть понятие, где-то кто-то сидит, совершенно все равно. Есть сила, есть деньги, есть возможность увязать кое-какие, и в этом, наверное, есть и сила ОПГ, увязать кое-какие взаимоотношения с ближайшей администрацией, неважно, это город, деревня, поселок, район, неважно совершенно. Чем выше у тебя уровень, где ты имеешь, как бы сказать, неформальные отношения, тем твое ОПГ в этом месте крепче. Причем остальным там уже не место. Есть куча примеров, не будем их называть. Уголовники жили по-другому.
Есть куча фильмов, в том числе и с Шукшиным. Можно почитать кучу сейчас есть вещей. И у вас есть этот самый... Заур Зугумов. Да, Заур Зугумов. Он как бы огромный ему привет, он, говорят, сейчас болеет. Вот. Наверное, поэтому и не сочеталось, потому что отношение уголовников образовывалось там. Там человек видно, ты не можешь там скрыть все свои моменты, нехорошие, хорошие. Ты 24 часа на глазах у очень специфического контингента. А что такое ОПГ? Это молодые ребята, спортсмены, кто угодно. Они образовывались в группировки, занимались хорошо спортом, потом, кто приходил с армии, раздавалось оружие, кто умел стрелять, они там, кто стоялся киллером, кто, ну, боевиком бригады. Мы, наверное, тоже, наверное, снимем ролик. И здесь совершенно не вязалось. Но отдать должное, когда эти бандиты попадали в тюрьму, то никаких проблем, если вели себя правильно, у них не было. Объясню, наверное, почему. Потому что мы все равно пересекались на различных мероприятиях, в различных ситуациях, и всегда кто-то с кем-то дружил. Потому что в любом районе, где вырос бандит, в этом районе его либо одноклассник, либо сосед по подъезду, либо стал уголовником. И сейчас, наверное, сложно сказать, сейчас же это не модно, да, это вроде бы как не котируется. Если взять те времена, девчонки хотели, посмотрев фильм «Интердевочка», стать валютной проституткой, а пацаны все хотели стать бандитом, желательно какой-то там крупной группировки, потому что как это, я буду ездить. Причем сейчас так смешно, старая это какая-то либо BMW, либо Берс, а скорее всего какая-нибудь девятка раздолбанная. У них были, ну я бы так сказал, зарплаты не очень, а скорее всего они заработали себе и боссу, и до сих пор не понимаю увлекательность этого момента, ну, теряется, когда ты, как бы сказать, ты не принадлежишь себе, ты на телефоне, не дай бог ты не подошел к телефону, тебе позвонили, тебе от лещей могут выписать, ну, как бы наказать, зависит от чего случилось. То есть ты подневольный человек, ты никуда не можешь двинуться, не позвонив своему старшему, у них назывался. У уголовников не так, их объединяло в тот момент, когда они идут на дело. Здесь они были собраны максимально, сделали дело, как кто тратит свою доляну, где он тратит, и когда он с кем объединится, никого никогда не волновало. То есть совершенно другой подход к преступлениям. Здесь крышевание, все знают, какая группировка, кто в нее входит, и в этом-то и заключалось, как бы, ну вот, барсетка моя, и я там, как такой-то там, пусть будет, ну, назовем любую какую-нибудь там группировку, и все сразу, ух, да. А уголовник нет, если его все знают, ему очень тяжело выживать, ему нужно где-то спереть, да, где-то там, ну, что-то, как обычно. А если его все знают, то это как бы тяжело было. Есть хороший мультфильм, там «Марио идет на дело», там еще советский. Это было примерно так. Так что вот такая вот история. Герман, скажите, вот вы занимались, в том числе и много занимались автоугонами. Да. Приносило это, ну, то есть это был рентабельный бизнес? Конечно. Приносило, да? Конечно. Ну, давайте расскажу. Сейчас $1000, и тогда $1000 в 90-е, это разница, ну, давайте, я скажу так, знаете, навскидочку, раз в 5. То если тогда, не в 10. Ну, вот да, про это и говорим, потому что если тогда можно было, а давайте посчитаем, если тогда можно было иномарку бэушную взять за несколько тысяч долларов, а новая или почти новая девятка, тогда была прям самый шик-блеск, стоила, ну, от 1000 до 2000, в зависимости, ну, какой мотор, какой цвет там и так далее, то можно сказать, что сейчас за $1000 вы проживете, ну, более-менее месяц, не шикуя. А тогда $1000, я говорю, что если у тебя в карманах $100, ты можешь приехать в Арбат, и у тебя на весь вечер будет столик. Ты можешь не брать никаких документов, ни на машину, ни на чего. То есть ты был король. А сейчас $100, я скажу, не всякий штраф. Ты далеко это, не всякий. Не всякий штраф, да, ты оплатишь. А тогда тебе честь и хвала от сотрудников, которые скажут, что, ну, хороший парень, видно сразу, у него же есть $100. С ним не может ничего плохого быть. Особенно, когда он им делится. Ну, про это, в принципе, наша книжка есть про те времена. Да. Скажите, можете не отвечать на этот вопрос, но насколько представляет себе обыватель то, что профессиональный преступник, он должен что-то отдавать на общее, там, координировать свои действия со старшими, либо у вас это было не так? Смотрите, мы сейчас опять возвращаемся к тому, что есть группировка ОПГ, там не общее, там общак группировки есть, но оно к общему никакого отношения не имеет. У уголовников есть. А здесь в зависимости от того, опять же, каким видом преступлений вы занимаетесь. Давайте объясню. Допустим, я гастролер.
Я приезжаю в какой-то город, хочу работать. Если делюга серьезная, и я от кого-то, то мои более старшие, скорее всего, вор в законе, с кем общался я, созванится с вором в законе, который там. И он говорит: ребят, слушайте, вот, ну, что от меня нужно, я помогу инструментом, прикрытием, как уйти, это же незнакомое место. И тут вы уже все равно уделяете, ну, в общак, потому что и тот, это верхушка, и естественно, они с этого дела получают. Это понятно. Есть вариант, как делали мы. Если я угоняю машину, то с какого хрена я должен приезжать кому-то и решать с ним, какую машину мне угнать? Хотя многие этого не понимают, считают, что я обязан кого-то курсовать. Момент второй. А вдруг вы угнали у какого-то хорошего чека? Ёпарасоте, теперь я должен ходить по улице, звонить в подъезды и узнавать хорошего чека, это девятка, там, семерка, пятерка или что. Но это же превращается в бред. А бред никогда не был, ну, как бы сказать, в почете уголовников. Уголовников быстренько сделать дело, уйти. Единственное, что могу сказать, и эти случаи есть, когда у какого-то известного человека, у которого уголовному миру, там, может быть, актер, писатель, есть какое-то, ну, доброе отношение, то если вдруг всплывало, что эта иномарка похищена у такого человека, то иногда, если это делал кто-то из знакомых, или они уже ее куда-то там не попилили, не стырили, еще что-то, иногда она возвращалась, но с одним нюансом. Работу этот человек оплачивал. То есть именно, что ребята сделали работу, он оплачивал, а саму машину ему возвращали. И это всегда было так. То есть всегда есть нюансы, и они понятны. Но обыватель про это и не знает. Так же, как пословица, давайте я вас спрошу, Дмитрий, кстати, интересно. Есть такая пословица, ее знают, наверное, все, что сейчас я вспомню, как она правильно говорит. Я за любой кипиш, кроме... голодовки. А ты знаешь, что это не полная фраза? Нет, не знаю. Вот, ты не можешь быть против голодовки, потому что голодует этот процесс. Правильно знаешь, как она звучит? Как? Кроме беспонтовой голодовки. И вот, так это вот то, что я сейчас привел пример, это вот то, что знают про уголовный мир. Потому что фраза добавлена, и сразу смысл ее меняется. Как мы, если мы решили голодовать, протестовать, я против голодовки, а вот против беспонтовой я имею право быть против. Это я застал в 92-м году, до сих пор не понимаю, зачем они это делали, но я сел с дураками, как обычно, спец, и там у нас прям крёт дураков. И я не понимал, мы голодовали всей тюрьмой против... Очень долго тогда держали под следствием, годами прям. То есть у тебя, если ты заезжал в тюрьму в 92-м году, ты можешь в ближайшие полгода вообще не суетиться. К тебе просто даже не придут никто. И в зависимости... Даже за полгода следователь ни разу не приходил? Не, он, может быть, знаешь, что придет? Продлить тебе что-то. Ты ему не интересен. Ты у него где-то там 256-й на очереди. И в суд ты попадал, как и я, где-то через год меня только в суд привезли. Вот. Хотя у меня дело, как бы, на 92 год, что у меня было? А, ну у меня двое неизвестных, Зеленоград там и так далее. То есть все было понятно. Вот такие вот истории. И то, что я сейчас озвучил, в этом-то и заключается, что вроде бы у обывателя есть понимание, что такое преступный мир. Но, кстати, мой пример его и ломает. У нас основной отклик, знаешь, какой на видос? Какой? Я до сих пор, говорит, не понимаю. Я никогда не относился к преступному миру, этот, ну, образ жизни осуждал. Почему у меня в рекомендациях видео этот человек? Но я уже слушаю там 25-е его видео, мне очень интересно. То есть они не понимают, как может человек, отсидевший столько лет, потом спокойно общаться, не матерясь там, все же как там, судья там, ну, сука, да, там, следак там, гад там и так далее. Я этого не говорю. Но опять же, здесь немножко неправильно, я этой темы коснулся, я бы сказал, в лайтовом варианте. Я москвич, далеко не ездил, сидел в Твери, были различные приключения, мы их описываем, но когда меня били, я уже понимал, что, слушай, на рожон лезть не надо. Ну, потому что, мало ли что, кто-то вернулся с Афгана, кто-то вернулся с Чечни, а у меня, когда особенно там, ну, может быть, не брит, там еще что, вид специфический. Может, он во мне увидел какого-то там врага своего, может, еще что-то. Мне зачем давать ему повод, если все прекрасно знают, что конвойному, что бы он с тобой ни сделал, достаточно написать простую вещь. Набросился, да, там, попытка к побегу, еще что-то. И все. Сейчас, наверное, камеры там будут проверять, и то я под вопросом. Сомневаюсь. А раньше, да, с его же друган напишут, да, и на меня хотел броситься, и нож найдут, которого у тебя не было там. Ну и поэтому жизнь-то она одна. И если вдруг ты идешь там на рывок или еще на что-то, ты четко отдавай отчет.
ну как ты это будешь делать? А вот так вот просто, да пошел ты, ну слушай, тогда нам надо всем, кто освобождается и ненавидит эту власть, ходить, у нас патрулей много, машин много, ну ходи каждому, говори, кто он есть. Ну проживешь, наверное, может, дня три в целом. Поэтому здесь надо адекватно воспринять этот мир, и самое главное, себя воспринимать в этом мире адекватно все-таки. Ну я считаю так. Герман, одно из таких интересных ваших событий в вашей жизни — это побег с Петровки 38. Я сейчас не буду просить вас рассказывать про него. Пусть наши читатели приобретают книгу. Там это очень ярко и интересно написано. Книга называется «Побег с Петровки 38». Как так получилось, что вы стали заниматься творчеством? А, то, что в YouTube? YouTube, книга. Нет, творчество, потому что я же еще картины писал, сидя в лагере. Это тоже творчество. Ну, все случайно, как картины, также знакомство с Русланом, с оператором, ничего не предвещало. Но она жизнь сама сводит и разводит. Была совершенно другая тема, и я ехал к руслановскому начальнику. Нас с ним познакомили, чтобы мы там это дело обсудили. Но потом, через какое-то время, недели через две, через три, пришла пандемия. И не то, что там что-то делать, ты выехать порой не мог, нужно было какой-то QR-код, и он давал, что буквально там на час-полтора. Бредятина. Короче, я имею в виду, сейчас скажут, как ты поливаешь нашу власть, бредятина в смысле того, что ты за два часа или за три, ну, много делов не делаешь, кроме как сидишь в магазин, ну, и какие-то там бытовые вещи. Хрен бы с ним, дело не в этом. Но все встало у всех. А учитывая, что как бы я уже так столько перестал заниматься, и у меня была эта новая тема, то новая тема, естественно, работать не могла, потому что пандемия, ну, мы все понимаем, сколько она продлилась. И мы где-то через месяц созвонились с этим знакомым, он говорит: слушай, Гера, у меня съемочная группа там, мы с тобой что-то разговаривали, ты, ну, как бы рассказывал очень интересную историю, мог бы ли ты, ну, ее озвучить там, мы хотим попробовать. И приехал Руслан, мы познакомились и записали самое первое видео, оно есть у нас на канале. Единственное, что могу сказать, оно не было запланировано так, должен был приехать человек брать интервью. Слава богу, он приехал немножко не в адекватном состоянии, и где-то через, наверное, минут 40, ну, попыток что-то сделать, я сказал, наверное, надо его убрать. И здесь стал очень интересный вопрос, сами видосы писались легко, самое трудное было начать. То есть я готов был, как вот мы с тобой сейчас общаемся, вопрос-ответ, и беседа течет легко. А здесь ты сидишь перед камерой, и тебе нужно что-то сказать. В этом затык был. А когда ты уже произнес первый там «добрый день», там, ну и так далее, «меня зовут Герман», и вот этот первый ролик можете посмотреть, он не репетировался, вот как записали, так и записали. Мне он самому, кстати, до сих пор очень нравится. Там есть «Бюль-бюль-аглы» с хорошими вставками, ну и там куча каких-то моментов таких прикольных. Есть там истории про ежика бедного, там, ну и так далее, приехали. Герман, поздравляем вас с выходом вашей первой книги, надеюсь, не последняя. Это все, что ли? А где вопрос про наколки? Я не понял. Петухов, ладно, опустим. Давай про наколки спроси, где они. Пойдем, про наколки? Да. Ну а что, тут вопрос, почему нет наколок у тебя будет? Герман, почему у вас нету ни одной наколки? Мне повезло, нет той картинки, которую бы я решил таскать, ну, всю жизнь. А это как бы, ну, ответственность. И тут еще один очень интересный момент. Когда молот-то мысли посещали... Когда молот мысли посещали, ну, я не хотел бы видеть глаза своей матушки и отца, ну, видеть своего сына, и так-то, как бы это сказать, ну, не сильно умного, не сильно сообразительного, так еще всего в наколку, то есть он отравит. То есть если можно было сказать, что Гера где-то отсутствовал, то когда у Геры будут определенного вида партаки, то всем будут понимать, что Гера был не в командировке, а если в командировке, то понятно в какой. Но здесь еще одна вещь. Чтобы что-то у вас было, и ты понимаешь, что эта картина будет на тебе, ну, на всю жизнь, должны совпасть несколько вещей. У меня они не совпали. У тебя должно быть в камере очень толковый художник, умеющий хорошо колоть. У нас есть история про неудачные наколки. Именно. И мои времена — это антисанитария сплошная. То есть это не факт, что ты наколешь, это не кончится какой-то болячкой, нагноениями и так далее. И, соответственно, должно быть еще время. Наколка бьется ни день, ни два. Если дело, то дело что-то серьезное и качественное. Мне повезло, эти три вещи не срослось. Потому что, я не знаю, косит талантливый парень, устоять очень трудно, потому что до сих пор мы все видим на пляжах и так далее. Для меня это до сих пор клякса у всех.
Потому что от меня, если метров 5-6, испачкана икра, испачкана... Но иногда я вижу рисунки, которые хочется рассмотреть. Вот это дорогого стоит. Иногда прям, вот прям хочется, как это так можно было сделать. Их мало, они, видимо, очень дорогие. Если бы был такой мастер, я бы уж придумал, что-нибудь себе сделал. А купола, как бы, у меня их там, получается, штук 10 уже, да, должно было быть. Ну, что-то как-то... Ну, не в радость было маме и папе такого сыночка синего. Так что так. А приятелей у меня было много. Глаза, ну, это самое, до ног. Так что тогда все это... Понятно. Герман, большое спасибо за очень интересный разговор. Надеюсь, что мы будем продолжать. Конечно. И беседы, и книги, и творческие встречи. Конечно. Вот. От себя могу сказать взаимно, потому что, Дмитрий, вы не первый, с кем мы собирались это сделать. Но с вами, отдать должен, в отличие от остальных, у нас была всего одна встреча, мы проговорили нюансы, и что прошло? 3 недели? И через 3 недели вот она. Книжка. Приобретайте книгу. Приобретайте книгу. А как и что, либо Дмитрий, либо у нас на канале, либо еще где-то вы найдете, мы расскажем, сможете приобрести. Большое спасибо. Призываю тоже подписываться на канал My Crimes Германа. Как приобрести книгу, ссылка в описании к ролику. Всего вам доброго. Спасибо большое. До свидания. Большое спасибо, Дмитрий. Надеюсь, не последний раз видимся. Поэтому, что можно сказать еще? А зрителю обязательно думать, прежде чем делать. Удачи, здоровья и поменьше неприятностей. Всего доброго. Всего доброго.